У своїй діяльності ЧАЕС керується принципом мінімізації кількості радіоактивних матеріалів та радіоактивно забруднених територій. Для цього на станції використовується практика максимального повторного використання матеріалів та їх дезактивації. Всередині жовтня між Чорнобильською АЕС та Корейським інститутом досліджень атомної енергії було підписано договір про співпрацю, предметом якого є дослідження технологій дезактивації матеріалів. У рамках цього договору ЧАЕС стане майданчиком для випробувань корейських розробок дезактивації бетону та металу. Ми дійсно зовсім недавно підписали договір з Корейським інститутом ядерних дослідувань на виконання двух видів робіт по їх просьбі. Перший – це дезактивація бетону, і второе – це пенна дезактивація металлических изделий. Предыстория такова, что представители Корейского института ядерных исследований обратились к украинской стороне в лице ГАЗО. И в рамках этого общения с ГАЗО, Корейским институтом, были вовлечены различные организации, которые подчиняются ГАЗО. Одна из них – это Чернобыльская станция. Мы провели совещание с представителями Корейского института и ГАЗО, подписали договор о намерении и рассматривали детально, что мы можем для них сделать. Надо сказать, что Корейский институт, он разрабатывает свои новые технологии, ноу-хау, и не имеет практической возможности испытать эту технологию в условиях реальных загрязнений радиационных материалов, которых у них нет. Поэтому в рамках мы используемся как полигон, наверное, то есть это лабораторные исследования этих видов работ, но просто с реально загрязненными материалами. Чернобыльская станция до того, как подписать контракт, разработала детальные программы выполнения этих работ пошаговые, согласовала это с представителями Корейского института. Ну и сейчас вот мы на стадии стартовой к началу этих работ. Любые какие-то новые разработки, они всегда интересны, и нельзя изначально сказать, что будет ли от этого гарантирована большая польза, или маленькая, или вообще никакой. Поэтому мы в поисках различных современных эффективных методов дезактивации. У нас есть что дезактивировать. И работа не такая уж и сложная, но надеюсь, что какую-то пользу мы для себя получим. В контракте предусмотрено, что хоть это и их изобретение, но если мы посчитаем, что нам оно приносит пользу, мы можем его использовать в своих интересах на своей площадке без распространения за пределы площадки. Это лабораторное исследование, поэтому это небольшой объем, допустим, пенная дезактивация. Пластинки металла, две пластинки из нержавеющей стали определенного загрязнения, исходных условий, две пластинки из углеродистой стали пройдут цикл вот такой дезактивации по 2-4 часа, ну, на подготовленном оборудовании. По бетону это несколько образцов бетонных фрагментов, также с определенными характеристиками загрязнения. Ну, там 4 у нас фрагмента. Вот и весь объем. По контракту нам необходимо выполнить отбор этих образцов, предварительную характеризацию, достаточно детальную, и конечную после проведения дезактивации. Эти характеризации предусматривают не только прямые измерения, но и радиохимию, определение нуклеидного состава и его активности. В этом направлении нам необходимо закупить некоторые расходные материалы для радиохимии, а также мы планируем и предварительно согласовали поддержку нашего научного руководителя Института проблем безопасности. Нам тоже необходимо некоторое время, чтобы заключить соответствующий контракт как с субподрядчиком на эту работу, ну и выполнить закупку расходных материалов.
по времени продолжительность проекта до конца 2021 года.